середине 17 века произошли церковные реформы, и те православные, которые не признали нововведения, стали именоваться староверными или старогрецами. И по указу Елизаветы Петровны в 1745-м они стали все именоваться раскольниками. Значит, и по традиционной истории причиной раскола явилось якобы незначительное отличие церковного обряда. Ну и в первую очередь упоминаются двоеперстия. Ну и там еще другие моменты, менее значимые. Значит, и вот за этот раскол староверы или старообрядцы подвергали жестоким вплоть до казни и гонений. О молоканах говорится очень скупо и поверхностно. Церковники нашей РПЦ не признают их как христиан. Считается, что это какая-то очень дремучая секта. И тем не менее мы видим, что значит, на окраине Российской империи, а потом и Советского Союза, значит, даже через 170 лет после высылки сохранились традиции, сохранился церковный обряд, который категорически не вяжется с нынешним православным обрядом. Значит, ну и значит, тут здесь отмечено, что указы царей о переписи всех раскольников есть. Ну, лично мне не попадалось данных по раскольникам или старообрядцам за приближение от Москвы в сторону Казани. Ну, мы с вами знаем, что Казань у нас чистый ислам на сегодняшний день. Значит, и вот эта граница, как она двигалась по годам, я не владею этим вопросом. Значит, ну и вот в связи с тем, что появляется вот этот материал, показывающий нам с вами службу молока, видим, что значит, христианства здесь нет и в помине традиционного. И в связи с тем, именно вот в связи с этим, возникает вопрос. Если секта молокан была малочисленная, то почему их выселяли? Выселяли массово селами со всех центральных губерний. Значит, выселяли их, есть сведения. Значит, Тамбовская область, Курская область, Владимирская область. Этих когда выселили? После 30-го года. 32-го, 1800. А, 1800. Вот. Значит, есть сейчас в связи с развитием интернета появились сведения, что балканские села есть в Армении. И в частности, там села Мордвы. Значит, это из Саратова выселялись тоже целые села. И они, ну, эти около Баку селились из Тамбова, то Мордву селили в Армении. Там целые тоже села есть. Значит, там еще Армения. Что? Ну, Кириван, давай так, ну, Закавказье. Значит, ну и значит, вот в связи с этим сразу возникает вопрос, насколько достоверна та история христианства, которую мы все традиционно знаем. Значит, я считаю, что целенаправленно были уничтожены фактически все сведения о молоканах, значит, начиная с 1830 года. Значит, их стали объявлять сектой. И малочисленные стали к ним присовокуплять крайности, такие как трясуны, там, которых всего там было отмечено несколько десятков человек. А здесь шла речь о населении до миллиона человек, скорее всего. Значит, в интернете есть упоминание, что к концу 19 века молока в Российской империи порядка 500 тысяч насчитывалось. Значит, в Америке их насчитывается сейчас порядка 20 тысяч, которые идентифицируют себя как молокане, несмотря на то, что они, так сказать, там заняты уже, проживая в цивилизованном государстве, они уже в основном вот, в Сан-Франциско там грузчиками не работают, но живут отдельно, отдельной слободой. Так сказать. Значит, ну и вот в связи с этим представляется следующее. Процедура становления христианства. Значит, в начале 17 века с приходом Романовых на Руси начинает распространяться единобожие.
с Ветхим Заветом, то есть это Бог всех богов у молока, и нет Бога, кроме Аллаха, это в исламе. Значит, Христос в это время, если и присутствует, то в качестве только Сына Бога. И эта ипостась Христа сохранилась в службе молокан до настоящего времени. Значит, у молокан основное их свойство или качество – не курят, не пьют, не признают церковных иерархов, не крестятся. Бог у каждого в душе. Если молокан несколько человек, они собираются на службу один раз в неделю. Во времена Никона, я пока на традиционно опираюсь, с внедрением христианства в сегодняшнем его понимании, то есть когда начали Богом объявлять Христа, произошел именно настоящий раскол и произошел. Вот появились сторонья, то есть которые не признавали Христа в качестве Бога. Значит, и сохраняли единого Бога именно в душе. Значит, и они не признавали иерархов, то есть церковных представителей власти. И вот именно этих староверов и жгли в срубах, и топили в прорубях. Значит, в это время, согласно традиционной истории, как раз начались народные волнения. Это 606 год Болотников, Степан Разин, 667-й, там 70-й. Потом восстание Стрельцов, 82-й, 98-й год. Это уже официально с участием староверов. И жестокое подавление вот этих восстаний. Значит, предположение, что, скорее всего, что именно вот эти вот события, шла война нового обряда со старым, и нашли отражение в сюжетах о Куликовской битве, которая в Москве могла и происходить. Соответственно, если это так, то надо искать уже это на 300 лет, грубо позже, чем 1380-е. Значит, в результате победили сторонники новой христианской веры, по крайней мере, в Москве, западная часть и Москва. И население основное, так как оно воевать не склонно, те, кто возделывает землю и скот выращивает, значит, они приняли новые атрибуты, сохраняя старую веру. Значит, при Петре Первом началось строительство первых христианских храмов, по крайней мере, в Москве. Значит, эти храмы были старообрядческими. Значит, я сам в одной из таких церквей деревянной школьником был, эта церковь была перестроена под школу, и мы там для сельского помогали там летом. Значит, напротив этого храма старообрядческого, и там кладбище вокруг него было, стояла церковь уже современная православная, и на сегодняшний день этот деревянную церковь ее сожгли. А церковь РПЦ процветает. Значит, в 22-м году появился Синод издал указ двоеперстников карать. Затем Елизавета Петровна в 745 году повелела всех староверцев и пустынножителей называть раскольниками. Дальше при Екатерине нахождение вот этих староверов типа с религией, типа ислама, молокан, духоборов у самых границ Москвы заставили именно прозападных царей переносить столицу на север. То есть они боялись народа. Под патронажем Екатерины создается история крещения Руси. Тут все приводится круглыми датами и приводится к ее восшествие на престол к 1862 году. Это фальшивая история, да, можно так сказать? Значит, и вот Екатерина на следующий год после прихода к власти обратилась к Синоду и Сенату с тем, чтобы разрешить народу отправлять старую веру. В том числе не придираться и не карать людей за то, что они употребляют
вместо значит, сына Бога, вместо Бога называют сын Бога. То есть это принципиальная позиция, потому что двоеперстие – это уже следующий вопрос. И вот борьба староверов за центральную часть России вылилась в поход Пугачева из Рязани на Москву. Значит, после победы Екатерины была восстановлена Кремлевская стена вдоль Москва-реки, которая была перед этим разобрана по французскому образцу. Значит, ну, события в Америке я не буду затрагивать. Значит, для отделения Москвы от Тартарии вдоль побережья Волги при Екатерине создается буферная зона, заселенная сотнями тысяч немцев из Европы. Значит, карту можете посмотреть в музее Царицына, там она во всю стену. Там населенных пунктов полсотни. Значит, и потомки этих немцев, они жили в советское время в республике Поволжье, немцев Поволжья, так называлось, перед войной. И это с началом Второй мировой войны она была упразднена. А немцы Поволжья были оттуда массово выселены в глубину России, Казахстан там и в Сибирь. Значит, на рубеже 18-19 века существует большое число направлений христиан. Это духоборцы, иконоборцы, молокане, действующие другие, и признанные особо вредными ересями. И принимается решение значит, их выселить из центральных регионов России. Когда принимается? 830 год. Ну, я к этому сейчас подойду. Значит, есть очень интересный вопрос перехлёст событий сожжения Москвы в 12 году в связи, в принципе, с приходом Наполеона. Значит, ну, я уже давал сообщение, тоже со ссылкой на интернетовские источники, что Москва до Наполеона была в основном, ну, сегодня можно было сказать, исламской. То есть в основном были мечети, и население было, ну, можно сказать, молоканское вот, в сегодняшнем определении. И поход Наполеона и был направлен на то, чтобы это население из Москвы убрать. Значит, не исключено, что Наполеону проплатили поход будущими ценностями, какие он должен был захватить в Москве. Но в Бородино состоялась битва известная, и в результате армия Наполеона была сильно ослаблена, и он уже вынужден был из Москвы, несмотря на приближающуюся зиму, уходить. Значит, вот как раз в 30-м году появляется указ о признании молокан, духоборцев и действующими особо опасными ересями, о депортации их из центральных районов. Ну, естественно, таких слов в сегодняшних архивах в центральных регионах нет, но данные вот о этих указах, они сохранились как раз вот в Закавказской археологической экспедиции. Откуда, собственно, это было извлечено, ну, в том числе и родственникам моей жены, одним из родственников. Значит, теперь, кроме идеологической причины, значит, была еще одна причина выселения молокана. Молокане и как не пьющие, значит, доходов государству не приносили. Вот, в частности, приводится пример распределения доходов по Саратовской губернии. Значит, здесь видно, с крестьян налогов 3 миллиона получено, 3,5, от соли 2,5 миллиона, и от винокурения 4 миллиона рублей. Весь бюджет 12 миллионов. Значит, то есть 1/3 доходов губернии шло от продажи спиртного. Естественно, что в этих условиях молокане со своим образом жизни, они доходов казне не приносили. Значит, ну, поэтому появлялись указы о том, что кто не ходит в церковь, на них там двойное налогообложение, то есть ну, там целый ряд причин был. Но в связи с тем, что, я еще раз подчеркиваю мысль, что молокан и духоборов было очень много, просто их уничтожить было невозможно. Их начали вот как раз выселять на окраины Российской империи. Значит, следующий – это 30-й год выселения. 36-й год появляется первое издание словаря исторических
исторического святых, прославленных в Российской Церкви. Второе издание появилось в 1862 году. Значит, так в итоге мы сейчас знаем, ну тут вот еще был момент введения разрешения царем публичных домов, 1848 год. Значит, ну и тут целая история, что и как это делалось. Значит, в 1832 году в институтах и училищах в учебную программу было введено преподавание закона Божьего. И стали требовать сооружения церквей, в том числе домашних, при учебных заведениях. Значит, если смотреть погребальный обряд, то на старообрядческих кладбищах мы видим, значит, вот этот орнамент розеточки, или как я назвал, ромашки, значит, которые присутствуют в погребальном обряде вплоть до конца XIX века. И только ближе к концу XIX века появляются в погребальном обряде уже кресты, как и христианская символика. Ну, здесь вот он отбит, этот хрест, вот тут на верхушке был. Значит, мы видим одновременно присутствие с ромашками на гробе и на гробе современно. Значит, в начале 20 века РПЦ снимает запрет на старообрядческие церкви, разрешается строить храмы, иметь своих иерархов. Значит, и для сокрытия массовой депортации духоборов и молокан их стали называть сектантами, а старообрядцев, которые появились уже в конце 19 века, приравняли к староверам и тем самым перенесли частичные изменения христианских обрядов из второй половины 19 века в 17 век. Значит, и религиозные представления молокан 1730 года были законсервированы в молоканских селениях в Закавказье вплоть до начала 21 века. И до настоящего времени РПЦ молокан и духоборов считает страшнейшими ересями. Ну и основные выводы, что основные события, связанные с внедрением в России современного православия, приходятся на начало, на первую половину 19 века. В это время как раз были массовые репрессии и депортации инакомыслящих, и искажения представления наши с вами о причинах этих депортаций. Благодарю за внимание.